магнитная кушетка «Колибри» или общая магнитотерапия. Она создает импульсы затухающего переменного тока, и на этой процедуре все тело пациента подвергается воздействию магнита. Магнитная кушетка или общая магнитотерапия применяется для лечения суставов, снижения болевого синдрома, снятия отеков, устранения воспалительных процессов и детоксикации организма. Противопоказанием для данной процедуры является наличие металлических конструкций в организме. Это либо электростимуляторы, либо протезы, поэтому таким пациентам мы эту процедуру не назначаем. И все остальные при общих противопоказаниях для физиолечения. Дерсонвализация – это метод высокочастотной электротерапии. Дерсонваль помогает в решении проблем с кожей, устраняет ее дряблость, усиливается микроциркуляция крови, способствует оттоку лимфы, снижение болевых ощущений, насыщение клеток кислородом и повышение иммунитета. Во время процедуры на тело человека воздействует ток высокой частоты и малой силы. Пациент ощущает легкое покалывание, но никаких болезненных ощущений процедура не доставляет. После курса дерсонвализации человек отмечает улучшение состояния кожи, снижение артериального давления, если он приходил именно с этой проблемой, и общее улучшение самочувствия всего организма в целом.